Дорогие друзья, от лица одного из самых крупнейших банков Российской Федерации, от имени Россельхозбанка, позвольте поздравить вас с вашим праздником. Национальное телевидение сегодня справляет свой трехлетний, и не побоюсь этого слова, юбилей. Потому что три года в нашей жизни, тем более в жизни организации, это достаточно большой срок. Но если посмотреть по меркам человеческим, этот срок вроде бы не очень большой. За этот период приятно отметить, что команде национального телевидения удалось создать многое. Была создана непосредственно сама компания, была подобрана команда сотрудников, которые являются не просто работниками, а болеют душой и делают очень большое дело в целом для республики. И действительно для всех жителей, не только для города, но и для села что в принципе и роднит Россельхозбанк и национальное телевидение, потому что мы также работаем для всей республики. Дорогие друзья, в этот день позвольте вас поздравить еще раз с вашим праздником, пожелать прежде всего финансового благополучия, банкир, наверное, не может пожелать другого, пожелать вам успешных новых ваших программ, пожелать очень благодарную публику, и я думаю, что все это вам должно дать удовольствие, удовлетворение в работе.